Светулек, ну что, давай? Что, давай открывать, да? Смотреть, что там, да. Так, где ты? Открывай сбоку как-нибудь. Владимир Иванович! Ага, вот. Ну иди! Иди сюда! Тоже хоть покажешь, что там, да, у тебя. Что там надо? Угу. О! Ой, ой, ой. Доставай! Ой, латинчик. Ой, Светулек. Тут еще что-то, не только телефон. Шоколадки. Ну? Так, что, правда телефон тут должен? Да должен быть. Подожди, нет телефона. Ох, ох, тихо, ладно. Тихо. Владимир Иванович, сейчас Светланину посмотрим. Следочки, смотри, какие классные. Ой. Телефон на шлепках? Ну, точно. На, открывай. Открывай сам. Сейчас, один момент. Ой, мать твою. Вот так вот. Хонор. Смартфон. Эльвире отдашь, да. В школу ей. Ох, и не только. А зарядка что-то тут, наверное, тоже. Ну, зарядка ерунда, с зарядкой разберемся. Ага, тут она и сама. Ну, такая... что там еще показывают? Так, следочки. Сейчас, сейчас, сейчас. Это... Плотинчик. Ой, так. Колготки мне. Тебе, Светуль. Ага, я Эльвире тоже взяла. Это сентябрь, беленькие. Так, а это платочки на самом. Сюда нужны. О, твою мать, еще одни колготки с лайкрой. Один. Нормалды. Юбку. Саня, открывай. Сейчас, дай бог. Так. Вот она зарядка, Саша. Вот она и зарядочка. Это там. Зарядка, шоколадки. Шоколадки. Ёпсик, там зарядка. Ё-моё. Этот балды-малды. Зоя, спасибо вам. Ой, спасибо, Зоечка. Ой, вообще. Вот это подарок. Вот это да. Тебе. Шоколадочку, Владимир Иванович. Ой, съесть. Ты хочешь, потом съешь. Или ты сразу будешь укокошивать? Вот это ничего себе. Нормально? Неплохо. Обалдеть, ага. Мать твою женщину. А слитки какие классные. Следочки хорошие. Ага, ну, это тебе, наверное, Светуль. Мне думаешь, не... Или Эльвире. На ее, ну, а может, Эльвире. На ну, на значит, ей. Ты, блин, обалдеть, а. Ничего себе. Ой, из шоколадочки. Давайте. Нормалек? Ты еще, ва. Такого подарка в жизни не было. Ё-моё. Ну, помоги теперь Владимиру Ивановичу да, открыть. Давай. И тебе что-то ценно. Это у нас фотомонетка Ступина. Да? Да. Вот я же валил, там что-то какое-то будет. Давай, откроем. Сейчас, погоди. Сейчас откроем. Ё-моё. Владимир Иванович, сейчас давай смотри. Угу. Так, держи. Так, где она? Вытаскиваем, ой, показываем. Ох, ничего себе, блокнот. Всем хейтерам привет от нас. Ну-ка, Владимир Иванович, что там? Деньги. Сотки. Нифига себе. Это что за новые деньги? Стольники. Да ты что? Фотомонетка, видишь? Это всегда удивляет. Деньги новые. Деньги новые. Это стольники новые. Да, 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 да. Гляди. Я сам таких не видел. Ага. Владимир Иванович, ну открой, покажи, вот что там еще. Что у тебя? А сколько же там стольников, посчитай. Раз. Считай страницы. Мать твою, иди. Считай страницы. Прям по страницам. Он сейчас пусть так посчитает монетки. Вот это монетки. Фотомонетка Ступина, 200, получили. 200. Всем спасибо. Вот, вот это монетки. Это денежные, это, ну как это... Такие это новые в обороте сейчас только появятся, да. Ой-ой-ой. У нас таких еще нет, я не видел. Владимир Иванович первый. 100-рублевые монетки. Давай, что там? Так, 300, 400. Да? А ты что ты их достаешь? Зачем? Порвешь сейчас блокнот. Блокнот, смотри, не порви, Владимир Иванович. Ага. Мне подгонишь блокнот вот этот? Тут а? Стоит, это... Где, да? Да, классный, да.
так. Сколько? Мне отдашь на память. Давай, подержу. Да, там свои фотографии. Вот это у тебя, Александр. Как фотоальбом получается. Точно. День, можно день, фоточки деньги туда. Убрать, ну да, фотографии вставим. Фотосессия, помнишь? Оставлю я себе на память. А 100 рублей дашь мне? Да. О, а то велосипед-то угнали, блин. Вот это да. А еще чебурек съела, блин. Впервые, блин, за 2 года. Ну, вот такие вот у нас, друзья, посылочки сегодня. Пришли. Все получили. Всем спасибо. Не забываем про телегу, про инсту. Все ссылочки в описании. Присоединяйтесь. Всем рады всегда. Ну и ставим лайки. Все приветствуется. Всех обнял по-братски. Вот с этой, вот с этой стороны. Давайте помогу. А, вон еще. Вот с этой стороны. Вот, давай, перелистывай. Ага, вот с этой бери. Не парни, смотри, какой блокнотик. Деньгами, да? Ой, сколько там. Шоколадка течет. Пусть течет по бороде, да, Ник? Шоколад течет по бороде, а Владимир чего? Иванович. Свет, найди какой-нибудь платочек ему дай. Держи. Так, а что ж тебе платочек, блин? Ты или шоколадку ешь, или деньги считай, Владимир Иванович. Что-нибудь одно. Тебе нельзя все сразу делать. Платочек. Сразу все делать нельзя. Ой, бля, какой сладкий у нас дед. Обновили. Ну а эти посылки вон в коробке от них, наверное, надо выкинуть. Сейчас я погоди, у меня тут. Да, Свет, в пакетик все ложи, чтобы так, удобно было. Вот так вот здесь такой большой. Я вчера покупала за 30 рублей. С собой взяла. И сколько там ты считаешь тут? Еще не считаю. Не считаешь, ты достаешь, да? Яблочки. Дай 5. О, все, ты смотри. Спасибо, Владимир Иванович. Раз, на память вот такой вот подгон. 3, 4, хейтеры, вам привет. 6, держите. 20, 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 20
пускай так будет. Быть добру. Ну что, кофе пойдем врежем? А то что-то холодно. Холодновато. Это оставь, оставь, она как юбилейная. Она как юбилейная. Я их не буду тратить, потому что они нужны. Сань, сколько денег надо? Мне? Да. Да соточку на память дашь. Не откажусь, Владимир Иванович. Я таких не видел. Оставим ее. Для начала. Пускай так будет. Что, пойдем? Владимир Иванович, ну как подгон? А? Нормально. Что надо сказать-то хоть? Спасибо. Спасибо. Пойдет. Погоди. Светуль, ну пойдем. Подожди, вот это что это? Да выкинуть в урну ее. Да? Ну конечно. Вон, по пути в урну и там ее оставишь. Вот, ага. Яблочек мне. Так, погоди, вот это яблочек. Я возьму. Телефон. Ага, яблочки вкусные. Ой. Друзья, ну всем спасибо. Пойдем дальше. Всем хорошего дня.